кормах поговорили, с арендой разобрались. А теперь посмотрим, какое кино в городе снял Пичугин. Давай, Пичугин, крути. Гаси. Это я снял, как приехали. Клавдия у вокзала. А чего это у тебя все дергается? Так толкали, Иван Степанович. Я ж рук снимал. Аппарат-то в руках был. Это за сапожками финскими. Первый день часа в 4 заняли очередь. На второй день с утречка проверка. Пока в очереди стояли, люди-то живые, по 3 раза бегали. На 60 копеек я, да Клавдия не отставала. Всего, значит, на рубль 20. Так сколько же это в месяц получается? Серафима Федоровна, посчитай, пожалуйста, а? 36 рублей. Бабдусь, больше, чем твоя пенсия. А за целый год сколько? К обеду купила. Финские. Говорят, недорого. 130 рубликов. Теперь придется за плащом ехать. Чего это? Митинг? Да нет, это после работы автобус уже. Это кто? Клавдия, что ли, сверху лезет? Это контролер. Жили мы у Николая, брательника моего, в новом микрорайоне. Называется Сосновый Бор. Детский садик вышел подышать свежим воздухом. А это племянница наша, Ольга. Она все переживала, что мы приехали без противогаза. Спаси и помилуй. Колбаса есть, пожалуйста. Молодежная. Жизнь психованная, все спешат. Видите, торопится. Это что-то совсем заспешило. А это я снял для тех, кто деньги мне давал на покупки. Деньги ваши не потратил, не бойтесь. После кино верну. А теперь уши затыкайте. Это, как их, рокеры. День и ночь гоняют. Клавдия 2 дня глухая ходила. Вот так в городе и живут. Жаль, пленка кончилась. А то б я еще не такое снял. Давай, зажигай. Господи. Одни только мучения. А ведь люди же. Да погодите шуметь. Тут все не так просто. А чего годить-то? Бардак. Точно. Только мне непонятно. Неужели городское начальство ни хрена не соображает? Дурак на дураке? Не бойся. Городское начальство соображает не хуже тебя. Они там... все делают, чтобы вы из деревни в город не убегали.